Доброго времени суток, друзья! Сегодня у нас 1 ноября. И вот такая у нас прекраснейшая погода стоит в Валенсии. Я нахожусь, правда, недалеко от Валенсии, в национальном парке Альбуфейра. Это мое любимейшее место. Когда у меня выдаются свободные деньки, я, естественно, сюда приезжаю и гуляю. Сегодня я хочу снять необычный ролик для моего канала. Ну, давайте все по порядку я изложу. Я очень часто просматриваю в Фейсбуке группы, посвященные Валенсии. И мне это очень нравится, потому что узнаешь даже для себя что-то новое. Ну и вновь прибывшие люди, которые пожелали жить и связать свою судьбу с Валенсией, очень часто задают элементарные вопросы для нас, для тех, кто прожил здесь уже какое-то достаточно длинное время. Я прожил 20 лет, и вот когда я читаю вопросы вновь прибывших, я, честно говоря, их понимаю. Почему я их понимаю? Потому что я сам сталкивался с этими проблемами. Но 20 лет назад, например, не было такой прекрасной штуки, как социальные сети. Муха привязалась. И вот я решил все-таки делиться своим опытом, потому что я все-таки прожил в Испании 20 лет. И когда я читаю вот эти социальные сети, вопросы, и читаю ответы, да, и мне вот эти вот ответы не всегда нравятся. Или не то, что не нравятся, но иногда я просто не согласен. И я решил отснять такие небольшие ролики по разным вопросам, как, например, это в свое время делал я. Вот. Но вот на этом я решил остановиться. Это будет целый плейлист. Как его назвать, я еще не знаю. Ну, как-то назову. Ну, вот такая вот идея у меня возникла. Пожалуй, для своего первого ролика я выберу очень интересную тему. Это тема страховок. Я к этой теме подхожу, вернее, очень просто. Я не обращаюсь ни к Пете, ни к Маше, там никому, ни Васе. В Испании есть такие интернет-платформы, они называются Comparador de Seguros. На этих платформах предоставлены основные игроки, национальные игроки страховых компаний. И вот, зайдя туда, вы можете выбрать, в принципе, для себя очень хорошую какую-нибудь компанию, да? И самое, чем полезно вот эти вот платформы, я хочу сказать, эти платформы полезны тем, что вы знаете положение дел на сегодняшний день. Кто самый дешевый игрок на рынке в Испании? То есть ни Вася, ни Петя вам это не расскажет. Пожалуй, давайте-ка перейдем к компьютеру, и я вам все подробненько все расскажу и покажу, как это все делается. Вот. Ну а погода у нас замечательная, как видите. Очень так впечатляет меня, дает мне настроение. Ну, всем желаю всего хорошего. Так что, кому интересно тема по страховкам, давайте переходим к компьютеру. Как говорится, Google нам в помощь. Забиваем в поисковой строке Comprador de Seguros, и нам выскакивает вот такая вот. Вот столько много предложений по поводу интернет-платформ, где мы можем выбрать себе страховку. Но я предпочитаю две интернет-платформы. Это интернет-платформа называется Rastreator.com, и вторая компания интернет-платформа это Seguros.es. В принципе, они одинаковые, но давайте рассмотрим вот эту вот
Растриатор, она более популярна в Испании. Чем она популярна? Во-первых, зайдя на эту страничку, мы видим здесь кучу предложений на страховку. Можно застраховать машину, можно застраховать мотоцикл, вот дом, можно застраховать медицинская страховка, застраховать своего какого-нибудь животное, там, вот, собаку, кошку, попугая, крокодила, все что угодно. И куча еще других предложений. Чем ценна эта платформа? Они предлагают здесь, они вернее работают с более чем 80 страховыми компаниями. Вот мы их здесь видим. Это очень ценно, потому что конкуренция высокая, значит они предлагают более выгодные условия. Вот. Точно так же работает и в принципе Seguros, платформа Seguros. Все точно так же. Я не буду вам сейчас рассказывать, как это все заполняется. Это, наверное, не стоит делать. Это уйма времени будет. И это будет нудно и неинтересно. Если вы не знаете языка, моя рекомендация просто найти какого-нибудь человека, который вам поможет в этом деле. Ну вот вроде бы как бы и все. Все здесь на интуитивном уровне. Так что удачи вам. Надеюсь, что это вам помогло. Ну вот, пожалуй, друзья, первый мой ролик, который я решил вам показать и поделиться своим опытом. Если вам это понравилось, понравились мои рекомендации, то есть, пожалуйста, пишите, что бы вы хотели, чтобы я рассказал. И если я знаю, то я, естественно, все расскажу и покажу. Так что не стесняйтесь, пишите комментарии, пишите вопросы. Придумывать я ничего не собираюсь. То есть, если я знаю, то есть я все расскажу. Ну, на этом я заканчиваю свой ролик. Всего хорошего. Ну и не забывайте там комментировать, там что-то делать, как там говорят, ставьте лайки вверх, вниз, там что-то еще, ну что-то делайте на канале. Спасибо за внимание, до новых встреч.